Приветствую вас. Скорость формирования привычки определяется ее силой желания, силой потребности. То есть насколько сильна у человека потребность, настолько будет быстро формироваться привычка. Яркий пример, пример с наркотиками, когда уже буквально после первого приема некоторых средств наркотических уже наблюдается привычка, то есть привыкание. Соответственно, здесь примерно та же самая история. Если девушка, с коллегой буквально пару раз прошлись домой вместе, вот теперь она уже без меня и не уходит. Смотрите, коллеге нужен был кто-то, кто ее провожал. По какой-то причине, она может либо бояться ходить одна домой или куда-то. Она может этого бояться. Либо у нее есть какие-то там пунктики насчет того, что вот если ее провожают до дома молодой человек, да, то, соответственно, что-то такое очень хорошее, очень такое что-то позитивное она испытывает. То есть, короче говоря, у нее есть потребность. Я не согласен со своими коллегами в том, что дело здесь симпатии к вам. Я не думаю, что симпатия может быть так быстро, тем более, что вы коллеги, то есть связывает вас именно профессиональные отношения. Поэтому я не склонен считать, что дело здесь в симпатии. Скорее, я склонен думать, что коллега вас как-то использует. И вот на самом деле очень важно здесь, чтобы вы чувствовали вот этот момент. Момент, когда и если вас используют. Чтобы вы не позволяли использовать себя, чтобы вы не позволяли поступать так по отношению к себе. Понимаете? Вот это, пожалуй, действительно очень важный момент. Вот. Я понимаю, что вам, наверное, приятно, кстати, не совсем ясно, с какой целью вы задаете этот вопрос. То есть вам самому нравится или не нравится, что вот она, эта коллега, к вам относится так, что она в вас нуждается, что она хочет с вами ходить домой, или вас наоборот это как-то так напрягает и так далее. То есть своего отношения к данному аспекту вы не раскрываете, а жаль, потому что это очень важный момент на самом деле. Вот. Но в любом случае вы имеете полное право не провожать свою коллегу, если не хотите, вы имеете полное право этого не делать. И если вам трудно, если вам как-то напряжно, то, соответственно, вы имеете полное право ей отказать, только если у вас нету к ней каких-то чувств.
Вот, привычку не стоит воспринимать как проявление симпатии, привычку стоит воспринимать именно как проявление желания. То есть это желание, это потребность определенного рода, именно потребность определенного рода, значит, которую коллега ваша реализует. Вот. Это просто потребность, понимаете? И какая это потребность, мы с вами не знаем. Вот. Но потребность, очевидно, очень высокая, раз она так быстро себя проявила. Вот. Ну, либо коллега думает настолько самоуверенно в себе, что считает, что для вас счастье с ней уйти домой. Вот не знаю, может быть, если она очень самоуверенный человек, то, может быть, она считает именно так, но лично я не склонен так думать, лично я склонен думать, что здесь элементарная какая-то вот такая личная заинтересованность в том, чтобы вы с ней уходили. Вот. Поэтому осторожно к этому отнеситесь, да, то есть скажите ей, что вот сегодня, например, я не могу, да, то есть как бы, ну, абсолютно нормальная ситуация, что у вас какие-то дела возникли, вот, и что вы, соответственно, не сможете с ней пойти домой. Вот, и посмотрите на ее реакцию, как она отреагирует. Если она отреагирует негативно, значит, это ее личная заинтересованность по отношению к вам. А если же она отреагирует нормально, значит, у нее симпатия по отношению к вам, и вам уже можно будет делать какие-то выводы и принимать какие-то решения именно на основании того, как она к вам относится. Но, конечно же, также с известной долей вероятности ошибки, потому что мы говорим о другом человеке, не о вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!